Я хочу извиниться за этот инцидент. В жизни каждого артиста наступает момент, когда нужно взять паузу, пропустить концерт и на главные вопросы найти свой ответ. Попробовать увидеть новый ориентир, честно отражающий твой внутренний мир. Это творчество. В общем, мы не пришли, потому что как бы реально мы вчера набухались. Григорий, зачем же так сразу? Мы же договаривались. Говорить буду я, ты просто кивай. И поехали в Лондон. А вот об этом вообще не надо было. Здесь же пресса, им нельзя знать про Лондон. Это наш маленький... В общем, все как всегда. Было много стыда. Гриша, я тебя умоляю, не надо этих подробностей. Прямо в зале суда. Пришел момент вам правду рассказать. Хотели нас слегка оштрафовать за то, что мы немного пошумели там. Ну так фигня. Мы разрушили Лондон и немного Манчестер. Мы сломали Биг Бен, он теперь не звонит, а еще отстает. Мы нагадили в парке, нас охотили в Сохо. Я теперь там звезда. Но вот только беда, нас не пустят туда уже никогда. Да нафига этот Лондон?